друзья, настало время посмотреть, на что же способны новоявленные ученики Ильи Авербуха. На часах 8:00 мы бежим вместе с тобой. Нас каток снова к себе зовет. Инвентарь в сумку закинь, до утра отбросим звонки. Только не отбросить бы коньки. Но рожденным ползать не дано летать. Трудно Винни-Пуху Авербухом стать. Киев и Магадан, Пенза и Ереван, всех на танец зовет волшебный лед. На катке опять гололед, бьются все, как рыба об лед, и звезда падает на звезду. Если б я продюсером стал, я бы взял и все это назвал супершоу «Синяки на льду». Снова повторяю номер свой на бис. Шел, упал, очнулся. Браво, браво, гипс! Рига и Волгоград, Тында и Ашхабад. Слышал Крым и Урал, как я упал. Здесь летать несложно, сложно не летать. Тула и Сыктывкар, Ялта и Краснодар, всех на танец зовет волшебный лед. Волшебный лед. Пенза и Ереван, волшебный лед, всех на танец зовет. Волшебный лед, волшебный лед. Браво! Итак, дорогие друзья, сегодня на роликах в нашей студии стояли Анна Семенович, Татьяна Навка, Валерий Сюткин, Евгений Плющенко и Илья Авербух.